Дорогие коллеги, дорогие друзья, прошу вашего внимания. Мы рады приветствовать вас в музейно-выставочном комплексе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. Сегодня у нас праздник, открытие очередной выставки. Выставка непростая, это персональная выставка художника Семена Кожина, который имеет достаточно яркое, выразительное название «Попутный ветер». Я хотел бы предоставить слово народному художнику Российской Федерации, академику Российской Академии Художеств, директору школы акварели Сергея Андреяки Вячеславу Юрьевичу Желвакову. Прошу вас. Спасибо. Дорогие друзья, коллеги, гости, стало уже доброй традицией приглашать в наши стены выпускников Академии Ильи Сергеевича Глазунова. Итак, все так. Вот сегодня один из ярких представителей этой школы, Семен Кожин. Вот выставку я вижу впервые, точно так же, как и человек, стоящий за моей спиной, но входя, я шел через заднюю калитку. И слышал разговор наших смотрительниц. Ты знаешь, вот я сегодня с утра спустилась в зал Рокотова, там темно, картины черные, а вот сюда поднялась, сердце радуется, цветно, свежо, прямо вот бальзам по сердцу лег. Вот оценка Люда просто само за себя говорит. Вы знаете, господа, можно бесконечно долго смотреть на три вещи, как говорит пословица. На то, как течет вода, как горит огонь и как паркуется блондинка. Так вот, наш сегодняшний представитель этой выставки бесконечно влюблен в море. Вот я как будто очутился на выставке импрессионистов. То ли свет вот так лег, а он пишет корпусно, и вещи начали играть, искриться. Какой-то Мане, понимаете? Удивительно. И вещи разные. Он любит лагуны, заливы. Здесь нет штормов бушующих. Спокойное, радостное, с настроением, очень теплое море. Это не холодное море, это теплое море. В публикации написано, что он побывал в Испании, побывал в Италии, в Черногории. Там все это узнается, и все это правдиво. Работ много, они интересные. И на мой взгляд, каждая работа достойна, чтобы ее рассматривали, изучали. Где-то нам сегодня повезло, что у нас нет студентов. Они появятся только в понедельник. Это с одной стороны, потому что здесь нечем было бы дышать. Я клянусь, вот набьется, и через 5 минут дышать нечем. Сегодня пришли те, кто знает Семена Кожина, либо хотел его увидеть и поддержать его. А вот начиная с понедельника, нет, со среды у нас открывается, здесь будет все забито студентами. Они придут отдохнувшие, они придут радостно посмотреть. А у нас появился новый художник, которого мы хотим открыть для себя.
Я думаю, для многих будет открытие. Я даже не знал, что Семен такой цветной. Вы, наверное, учились у Афонина? Да. Вот, Александр Павлович, хорошо знаю, поскольку сам 32 года отработал, с 90-го года в этой академии. И довольно начиналось все черно. Дипломы и постановки. А еще чернее они были, когда Илья Сергеевич преподавал в Суриковском портрет. Вот они писали эти портуны, парсуны, черно-белые, а потом раскрашивали. А вот последнее время идет цвет. И дипломы стали цветные, и люди цветные. А может, все из-за того, что жизнь в нашей стране налаживается. Мы повернулись к свету, стали замечать свет. Нам стало жить легче, прекраснее. Из-за этого на стенах появились такие удивительные, цветные, прекрасные вещи. Я думаю, что выставка произведет очень хорошее впечатление на всех, не только на студентов, педагогов наших, но и многочисленных гостей, которые любят ходить в наши стены, смотреть выставки. Я поздравляю Семена с этой исключительно удивительной, светлой, жизнерадостной, цветной, красивой выставкой. Я желаю ему того же попутного ветра. Спасибо. Дорогие друзья, ну можно, во-первых, прокомментировать то, что сказал Вячеслав Юрьевич Желобов, упомянув достаточно большое количество работ, размещенных в экспозиции. Я должен сказать то, что здесь, на выставке, вы увидите ровно 250 произведений. И поражает, конечно, количество техник, которыми владеет Семен Кожин. Конечно, подавляющая часть произведения – это масляная живопись, выполненная на холсте, на картоне, но также вы увидите замечательные образцы акварельной техники, графитного карандаша. Оцените мастерство владения Семеном темперой. И, конечно, друзья, обязательно обратите внимание на достаточно большое количество публикаций, каталогов, книг, в которых представлены произведения Семена, и он получил достаточно большое признание как мастер иллюстрации. И, конечно, поражает, скажем так, география его проектов, потому что он художник-иллюстратор не только работающий в России, но и активно осваивающий в том числе и зарубежный рынок. Вот я хотел бы, так сказать, вот немножко, скажем, как говорят в народе, подсветить слова Вячеслава Юрьевича. И с большим удовольствием я хотел бы сейчас передать слово директору музейно-выставочного комплекса Академии акварели и изящных искусств Василию Александровичу Грекову. Добрый день, дорогие друзья! Спасибо большое! Нам очень приятно открывать сегодня в наших залах такую замечательную выставку. Юбилейный проект, посвященный 45-летию автора, который мы будем отмечать 11 марта. Вот, и в преддверии открываем такую замечательную экспозицию, разнообразную по жанрам, по техникам, по пятну, как говорит наш уважаемый ректор Сергей Николаевич Андреяко. Выставка действительно особенная. Она особенная для нас, ну и в ходе подготовки я так понял, что она особенная для автора. И по масштабу, и по тому, как работы выглядят в наших залах. Это был интересный очень опыт и для нас, и вообще подготовка этой выставки, общение с Семеном было необыкновенно интересно. Я хочу сказать, что по своему складу Семен особенный художник, особенный мастер, особенный человек. Он необыкновенно относится к
с большим вниманием ко всем мелочам и к действительно серьезным вещам. Да, вы это видите по оформлению работ, с каким вниманием он подбирал багет для своих произведений. Это говорит о географии его интересов, его поездах. Здесь в залах демонстрируется фильм с пленэра, с одного из пленэров, на который ездил Семен. Мне очень приятно, конечно, еще потому, что я так же, как и Семен, являюсь выпускником Академии Ильи Сергеевича Глазунова. И ну, Семен раньше закончил Академию, чем я. Действительно, он был выпускник и писал свой диплом у Александра Павловича Афонина, великолепного мастера пейзажа и русского художника. И еще со времен работы в школе, сначала вот мы как бы так заочно познакомились в нашей альма-матер, затем при работе в школе акварели в Сергее Андреяке вместе с выдающимся историком русского искусства Владимиром Сергеевичем Погодиным, который неизменно тепло, с большим уважением говорил о творчестве Семена Кожина, что Семен обладает прекрасным глазом колориста, что он мастер композиции. И действительно, работы, созданные Семеном, они подтверждают это. Поэтому для нас это большое событие. Я надеюсь, что мы будем с Семеном сотрудничать и дальше, и показывать его новые работы, потому что, ну, 45 лет для художника – это, может быть, не начало, но это такой творческий расцвет, и еще очень много впереди. Поэтому я желаю ему творческих успехов, новых впечатлений и замечательных выставок. Спасибо. Друзья, конечно, хотелось бы отметить потрясающий перфекционизм экспонента. Я знаком с Семеном вот уже более 10 лет, и знаете, на заре нашего сотрудничества с ним я, конечно, отдал дань уважения его, конечно, прежде всего, трудолюбию, а также очень внимательному отношению к своим произведениям. И я хочу сказать, что он в этом отношении выгодно отличается от многих художников. Я позволю себе немножко, так сказать, расцветить далее свои слова и сказать о том, что, конечно, как уже упоминал Василий Александрович, мы должны отметить прекрасное отношение Семена к оформлению своих работ, потому что, конечно, любой багет – это продолжение произведения, и обратите внимание, насколько органично вписываются рамы к конкретному произведению. И меня в свое время, конечно, поразил еще процесс упаковки Семена в своих произведениях, насколько он очень трепетно относится и к транспортировке, и к багетно-оформительским работам, и использует самые высококачественные материалы. И здесь, конечно, как ему можно так сказать, респект от всей души. Друзья, и, конечно, готовя эту замечательную выставку, я хотел бы от всей души поблагодарить Семена за внимательное отношение к деталям и отметить, что с ним было очень приятно и комфортно работать. Это человек очень предупредительный, это человек, безусловно, тактичный, который готов к диалогу, который не навязывает свое видение экспозиции и выставочного пространства, а готов конструктивно включиться в диалог. И, как мне кажется, сегодня вы видите, что данная выставка, на мой взгляд, выставка замечательная, это плод коллективных усилий нашего дорогого экспонента и сотрудников музейно-выставочного комплекса. Друзья, сейчас я хотел бы предоставить слово главному герою нашего вечера, художнику Семену Кожину. Добрый вечер, дорогие
всех сотрудников музейно-выставочного комплекса, потому что это большой проект, как бы без них просто не мог бы реализоваться. Это совместная как бы работа, и мне было очень приятно получить от них профессиональную помощь. То есть вот они тоже говорят о моем профессионализме. В свою очередь хотел бы отметить, что все сотрудники то есть, тоже были профессионалы своего дела. И без них этот проект бы не состоялся. В общем, спасибо, что все пришли. То есть меня поддержать сегодня еще достаточно холодно на улице. Вот, и надеюсь, что попутный ветер и тепло моей выставки согреют вас. Благодарю. Друзья, конечно, наблюдая эти замечательные произведения, складывается очень такое, я бы сказал, поэтическое настроение. И, ну, как вы обратили уже внимание, и в своем выступлении Вячеслав Юрьевич это отметил, главная тема данной выставки – это тема путешествий, тема первооткрывательства. И, конечно, не случайно мы, так сказать, вот маринистику, соответственно, море вынесли на передний план. И в заключение нашей церемонии я хотел бы зачитать четверостишие замечательного классика отечественной поэзии Николая Гумилева: «Чья не пылью затерянных хартий, солью моря пропитана грудь, кто иглой на разорванной карте отмечает свой дерзостный путь». Спасибо! Выставка открыта. Спасибо.